У нас есть судебный спор с матерью своей супруги. Люди закрылись, неизвестные, приехавшие вчера, ворвавшись. Вчера тоже хотели закрыть. Вчера ворвавшиеся в районе 19 часов, вооруженные, со стрельбой, с соответствующими процедурными действиями силового захвата, не допустив нас к нашим же вещам, документам, к нашему товару, который находится здесь. Спор идет за недвижимость. Товар, который находится, все материальные ценности, которые находятся внутри помещения, они принадлежат нам. Под это есть соответствующие документы. Нас отстранили от управления, от нашей собственностью в течение ночи, как говорят местные жители, были несколько попыток его вывести, не весь, но может быть частично. Благодаря активистам эти попытки были заблокированы. По сути, происходит беспредел, рейдерский захват вот этой территории.